В Магнитогорске загорелась двухкомнатная квартира на 8-м этаже. Пожар случился на улице Жукова. В этот момент в квартире находились супруги, они надышались угарным газом. Прибывшие медики жене оказали помощь на месте, а вот ее супруг пострадал сильнее. Правда, от госпитализации отказался. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 10 человек по маршевым лестницам, одного по автолестнице, еще одного по пожарной лестнице. В ликвидации пожара принимало участие 7 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.